Всем привет! Балаклава – это такая шапка, которая закрывает часть лица. Значит, для чего использовать балаклавы? В лесу вы можете использовать балаклаву для защиты от комаров и прочих насекомых. Если вы находитесь на открытом пространстве, вы можете использовать балаклаву для защиты лица и шеи от солнца. Сверху одеваете кепку, прикрываете открытую часть лица. Ночью, если холодно, вы можете одеть балаклаву, не только защитив голову, как шапкой, от холода, но и защитив от ветра и холода лицо. Ну и также можно использовать балаклаву в том случае, если вы не хотите свое лицо показывать, чтобы оно было закрыто, то есть чтобы вас не узнали. Тоже для этой цели применяют балаклавы. Если у вас нет с собой специальной шапки, то балаклаву можно сделать из обычной футболки. Заворачиваем футболку в задней части, надеваем на лицо, отверстие должно оказаться на лице, вот так. Дальше нижнюю часть подворачиваем, накидываем на нос и сзади завязываем рукава. Низ футболки накидывается на шею и на плечи, тем самым прикрывая плечи и шею. Все, балаклава готова. Сзади выглядит вот так. Всем спасибо за внимание. Пока.